Назначен новый руководитель управления Федеральной налоговой службы по Чувашской республике. Им стала Марина Петрова. С марта 2012 года она занимала должность начальника инспекции Федеральной налоговой службы по Новочебоксарску. Марина Петрова родилась 26 апреля 1970 года в поселке Вурнара. Окончила Московский открытый социальный университет по специальности бухгалтерский учет и аудит. Имеет классный чин советник Государственной гражданской службы Российской Федерации 2 класса. Награждена ведомственным знаком отличия почетный работник ФНС России. Начальник межрегиональной инспекции ФНС по Приволжскому федеральному округу Валерий Губанов отметил высокий профессиональный уровень Марины Петровой и выразил уверенность в том, что поставленные перед новым руководителем задачи будут успешно выполнены.